Мама – первое слово, которое произносит ребенок. Главная цель праздника – семейные устои. В России День матери стали отмечать с 1998 года, в последнее воскресенье ноября. По инициативе Комитета по делам женщин, семьи и молодежи. В честь многодетных матерей филармонии прошел праздничный концерт. И вы знаете, впервые мы собрали вместе, вот в одном зале, женщин, которые награждены региональной наградой «Слава матери». Вот сегодня у нас в зале, можно сказать, присутствует элита материнства Тверской области. И, конечно же, их гораздо больше. И более 800 человек у нас награждены. И сегодня с разных уголков Тверской области приехали замечательные, почетные мамы Тверской области. Анна Дроба – многодетная мать. Вместе с мужем они воспитывают 7 малышей и не исключают, что вскоре их дружная семья пополнится. По мнению Анны, в каждой семье должно быть не менее 3 детей. Анна Николаевна оказалась в числе тех, кто удостоился почетного знака «Слава матери». Когда я выходила замуж, когда мы познакомились с мужем, я сказала, что не меньше 4. Вот, а там уж как получилось. Вообще, как материнство – это предназначение женщины. Все остальное отходит на второй план. Все там карьера, там еще что-либо. Материнство, воспитание детей – это самое главное для женщины, я считаю. В воспитании ей помогает муж, протоиерей Сергий Дроба. Он считает, чтобы страна не вымерла, необходимо рожать и воспитывать детей. И как можно больше. Когда детей много, в доме всегда весело. К тому же дети помогают по хозяйству. Такой семье нипочем любые проблемы. Быть матерью и отцом – это предназначение всех людей. Вот. Об этом необходимо не только в этот день помнить, а помнить все время. Для того, чтобы... наша Россия просто выжила, смогла выжить. То есть и наш народ сохранился. И наша семья немногодетная, я считаю, она нормальная. Понимаете, да? То есть, соответственно, если силлогизм этот продолжить, то остальные семьи, они немножко не дотягивают. В Верхневолжье действуют меры по поддержке многодетных семей. Региональный материнский капитал выплачивается дополнительно к федеральному. Его размер – 50 тысяч рублей. В этом году около 100 семей бесплатно получили земельные участки. 45 семей получили квартиры. Мне сегодня очень приятно сообщить еще одну важную новость. Правительство области выступило с инициативой о введении новой меры поддержки многодетных семей. При рождении третьего и последующих детей, начиная с 1 января 2013 года, они будут получать ежемесячное пособие в размере регионального, называемого детского, прожиточного минимума по достижении ребенком 3-летнего возраста. По предварительным прогнозам оно составит 7100 рублей. Его должны получить около 2000 семей. Кстати, в ближайшее время в России планируется учредить новый праздник – День папы, а также выплачивать отцам материнский капитал.